Хореографический коллектив «Эмоции» вернулся с двумя призовыми местами с международных конкурсов под названием «Единство России» и «Богатство России». Воспитанники Чебоксарской детской школы искусств номер один выступали на большой сцене впервые. Наши корреспонденты познакомились с юными танцорами и узнали, как им удалось обогнать конкурентов. Курсы «Единство России» и «Богатство России» объединили коллективы из 33 регионов, свыше 1000 участников. Наши ребята выступали на концертах в двух номинациях – «Современный танец» и «Джаз-модерн». В обеих стали лауреатами третьей степени. Для детей это была первая поездка для этой группы. Поэтому я, в принципе, доволен результатами и по поведению, и по участию в мастер-классах и конкурсах. Они показали себя с хорошей стороны. Организаторам очень понравилась наша сплоченная и хоть и небольшая команда. И они нас дальше пригласили на следующий конкурс. 8 ребят пришли в «Эмоцию» из разных школ. Среди них всего один мальчик, ученик Чебоксарской кадетской школы Максим. Для него выступления на большой сцене оказались настоящим испытанием. Он явно выделялся на фоне девочек. У меня были волнительные ощущения. Вдруг я ошибусь. Но ты не ошибся? Немножко. Сейчас ребята отдыхают после поездки, но у руководителя коллектива уже зародились новые идеи. Выступления в Москве показали, что у танцоров большой потенциал, а значит, впереди новые победы. Екатерина Куприна, Леонид Алтухов, Олег Якимов, Республика.